На сцене шоу «Точь-в-точь» Елена Ваенга. Многоуважаемые члены жюри, кто представил нам Елену Ваенга? У нас один понимающий Максим Аверин. Да, он как-то так он все время ВКонтакте. Это Оксана Сергеенко. Спасибо. Блистательная участница «Голоса». Оксана Сергеенко. Популярная певица, отлично владеет английским, что может стать ее преимуществом при перевоплощении в иностранных звезд. На слепых прослушиваниях в свое время к ней повернулись все четыре наставника шоу «Голос». Посмотрим, как талант Ксаны оценят члены нашего жюри. Любовь Юрьевна, как у вас со знанием творчества Ваенги? Ваенгу знаю и знаю хорошо, и должна сказать, что Оксана сделала совершенно замечательно все. И я слышу тут очень большую работу Марины Полтевой, совершенно замечательный интонационный ряд. Позвольте, я представлю ряд. Марину, наш педагог по вокалу, Марина замечательный. Полтева. Замечательный, Мариночка, спасибо. И педагог по актерскому мастерству Андрей Дразнин. И актерское мастерство замечательно, Андрей, спасибо. Вся интонационная структура того, как поет Елена, ее движение, ее
пояс, поклоны достаточно резкие, пластика, поведение за роялем. Абсолютно все точно было сделано. Молодец, просто замечательно. Пять. Геннадий Викторович. Бесспорная пятерка. Спасибо огромное. Максим. Слушайте, мне это очень нравится. Вообще сегодня несколько номеров, которые меня очень удивили и потрясли. Добро пожаловать, Ксения. Как правильно, как Ксана, Ксана, как правильно к вам обращаться? Ксана Сергеенко, ну вообще Ксана. Ксана, да? Mm-hmm. То есть это вот такое имя? Да? Мама меня называет Ксюня. Но разве есть такое имя Ксана или это придумано? Конечно, есть такое имя. Нет, а Ксана есть, есть Ксения. И Ксана, и Ксана есть тоже. Ксана есть, да. Имя такое, да? Так и написано в паспорте. Все, нет, посмотри. Век живи, век знакомься. Ксана. Классная, прекрасная. Пятерка. Пятерка. Леонид Александрович, а как... Хотя можно было бы чуть... А как... Что, ты хотел прибавить формы, что ли? Да. Леонид Александрович. Я сейчас репетирую спектакль с Колей Фоменко. Вот он очень внимательно следит за творчеством Ваенги. И через него я как-то заинтересовался и тоже слежу. И вот поэтому то, что я сегодня видел, мне кажется, это очень похоже. Это так, как у нас принято говорить, это точь-в-точь. Я, безусловно, ставлю пятерку. 20 баллов за Елену Ваенгу! Оксана, ну, с таким блистательным началом я вас поздравляю, но когда я вижу вот этот звездный вагончик и Интерс Бусселис, правда, он сегодня в образе Элтона Джона, а у Елены Ваенги есть дуэт с настоящим Бусселисом, правильно? Совершенно верно. Так, может быть, я вас попрошу сегодня вот сделать не дуэт, а трио, то есть будет петь Елена Ваенга, нет, даже квартет. Елена Ваенга, Оксана Сергеенко, Элтон Джон и Интерс Бусселис на этой сцене. Прошу вас! Воды напиться бы, мне это так надо. Старая музыка, все будет не просто. Я теперь поняла, я стала взрослой. Небо, 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 унесла воду и принесла слезами. И не важно, что будет с нами. Небо, 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 перевернутое небо. Небо, 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 унесла воду и принесла слезами. И не важно, что будет с нами. Небо, 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 небо. Первый раз вижу, чтобы Элтон Джон подарил букет женщине. Как приятно. Ксана Сергеенко, Интерс Бусселис, шоу «Перевоплощение точь-в-точь».